Всем привет, друзья! Сегодня с вами Илюха, и хочу показать вам два эпизода, так сказать, за тактического немецкого медика. Первый связан, так сказать, с неким подобием Раша, а второй, наоборот, так сказать, сидение в кустах. Ну, давайте смотреть. Склад, конечно же, не пошел. Давай быстрее. Don't give up, don't give up. Блин, ну чё ты вот, Алёша, ты-то хоть прикрыл бы меня, блин. Медик, somebody prick me morphine. Ready is hot. No, come on, hold up. Okay, I will wait. I'm gonna pick up this guy here. Never mind, he's dead. I'm medic. Pick me up, please. Hello? Okay, thank you. You are confirmed. Don't give up. I won't give up. Don't worry, my friend. Thanks, comrade. Cover me. Сам-то ранен еще. Не лечился даже. Так. Так. Дайте хоть фляжки попить. Перед смертью тут. Тут что-то жарковато так капитально. Надо как-то спрятаться в здании, что ли. Без палева. Дин! Этот пробежал. Ну, окружили, ну ладно. С берданкой-то тут против гарандов, еще отряда как-то тяжеловато было. Что-то я слышал очередь из МПшника. Джо Монтанк, не медик. We are Germans. Near Урали, on the south. Southeast. Sorry, not Джо Монтанк, American Танк. Good morning.
Как ты тут буксуешь-то в этих кустах? Это же писец какой-то. Машинганер, танкмен, не в танк. He on site. Так. Блин. Мой медицинский долг обязывает меня спасти парня. Ну, блин, тут так опасно это. А, медик уже в пути. We have enemy in the house. Ну ладно, пусть в хаосе. Enemy in the house. Домики. Копи, копи. Пускай сидят. Guys, we have one enemy behind us. Squad, can you mark it for squad number 3? It's at goal 645 on the top right. Goal 645 on the top right. Минус. Ох, тут сейчас артобстрел. А, ну навряд ли по нам, потому что тут люди бегают. Ой, все. Come again with the coordinates, please. Golf 645 on the top right. Окей. Okay. Так, ну что, нам надо встать, наверное. Попробовать поднять ребят. Хотя бы как минимум. Блин, они далековато. А, там пулемет строит. Я думаю, это опасно. В бункер, значит, зашел. Ну, хорошо. Бегите, бегите. Нету тут никого. Все чисто. А ты там беги, там все хорошо. Так уж, шальная пуля задела. Не переживай, парень. Вы тут постоянно где-то рожаетесь. В своем бункере. Так и охота туда пойти и зачистить. Такой говно винтовка, конечно. Ну, можно, конечно, пистолет взять. Пойти искать приключения с пистолетом. Опа, опа, опа. Ралли ход. Понятно. Спалили тут, тем более. Надо вообще свалить отсюда. А си инфантри не врали. He on the south. Behind the barricade. Among wheat field. Rally's down. Ну, понятно. Ну, я-то знаю, где эти спецназеры. Yeah, but where?
saw Nick shooting at our own rally. Why did you do that, man? Ты в любом случае сдох. Nick, on me, on my corpse, Americans. Сильно сомневаюсь. Не, me very close, many American infantry. Squad lead, maybe I need to set up the new rally from where in Fox Fox 7. Fuck, fuck. And I just got my buddy FOB. I'll put the new rally on my position. Так, эти там спецназёры. Блин. Так-то побежать бы надо, ну блин. Сыкать на писец. FOB has been destroyed. The southern FOB has been destroyed. Guys, can you regroup on me so I can put the rally down? I need two guys at least. Окей. Ну ладно, командир зовет. Надо пробовать, ну блин. I'm dead. Ну ладно, погнали что ли. Рискнем. They're too close, we can't put it here. They're too fucking close. Ну чё ты, блин, жопа жирная, откормил тут на шнапсе, блин, и... I think I should Германская put it on the north of the не пролазит нифига. Так, и тут еще right, эти спецназеры были где-то. You just pick a spot and I'll meet up. Ну они уже ушли, походило. Medics, how are you holding up down there? I'm moving for you. Great man, get to here. Good luck. Medic, watch out on your 10 o'clock American infantry. They come into the house. Пусть убежит подальше. Come on, где-нибудь. We're losing crossroads, guys. We need people in there. Ну так, что типа тут не сплошняком. Тут они сейчас попрут же. I'm going to start spawning on the north side to attack the village. So at least if we lose crossroads, yeah, it's neutralized. Охренеть, надо валить отсюда. О, блин, ну... Не мы American Rally. Ну ладно, нормально все равно воевал. Просто ралли поставили возле меня. Похудел.